Ну, а лидеру партии «Парнас» Михаилу Касьянову подарили велосипед. Правда, без руля и педалей. Было это в Рязани, где стартовал предвыборный тур политика. Михаил Михайлович. Хочу подарить вам подарок. Без руля. Спасибо. Без педалей. Как ваша партия? И все же принимать подарок Касьянов отказался. Презент перехватила охрана лидера «Парнаса», но активисты на этом не остановились. Мы видим, как насильно и настойчиво они пытаются вручить дар. Под крики и лозунги они проводили партийца до места встречи с избирателями. Вокзал Брюссель! Чемодан, вокзал Брюссель! Чемодан, вокзал Брюссель! Касьянов, вон, из Рязани! Касьянов, вон из Рязани! Подарки Касьянову, в общем-то, стали своего рода традицией. Совсем скоро он сможет даже открыть музей наподобие «Поля чудес». Сувениры ему дарят везде, куда бы ни ступила нога Касьянова. Ну, правда, сувениры эти с, скажем так, скрытым смыслом, но понятны всем. В Санкт-Петербурге и Казани политика одарили большим чемоданом. Во Владимире – яйцами, в Перми – модным ватником, спринтом «Миша Вор». Далее я специально пришел сюда лично.